Эфиры программы «Новина региона» у студии Кристина Каранкевич. Добрый день, у гэтым выпуску глядите. Поставки продукции, супрацовництва у сельской господарцы, бизнес-контракты. Аджарая затекавлена у повеличении товарооборота с Могилевщиной. Один лесопарк, две зоны. Яким будет популярное место отпочинку у нашим выпуску. Ці будзе ліпень сапраўды летнім, прагноз ад сіноптыкаў в области. Президент Беларуси Александр Лукашенко наведал фестиваль «Александрия збирая сябру». Кіраўнік державы по традиции на Купале проезжая на Радиму, каб повіншаваць земляку и гостей фестивалю. Якими были открытие и кульминация свята, расскажа Олеся Рыбалка. За купальским цудом з'ехаліся тысячи гостей. Кожный, кто бывал тут ранее, ведая, это не просто народные гулянни. Як отзначил подчас открытия свята вице-премьер Беларуси Василь Жарко, фестиваль «Александрия збирая сяброў» стал национальным культурным символом. На живописном березе Днепра есть магчимость докрануться до народной самобытности, богатой спадчины беларусов. Где, як не тут, можно чуть себе, до прикладу, с Спиридоном Соболем. Такий друкарский подворок не мая аналога у на усёй постсоветской просторы. Но вот здесь я воочию прикоснулся, и я понимаю, что наше молодое поколение, да и вообще народ должен знать, откуда начиналась наша история. История книгопечатания. Это здорово. Это безумовно объединение сегодня и налаживание культурных сувязей, а про них безумовно и политичных, и экономичных, и так далее с нашими соседями. Организаторы каждый раз имкнутся уразить гостей размахом святкования. Для огляду десятки сценичных пляцовок. У вечера усе зуртовываются вокруг головной сцены, что год гоноровый гость с Купаля – президент Беларуси. И на сёлетнем фестивале, 8-м по лику, кіраўнік белорусской державы повиншавал присутных со святом. Каждый приезд сюда вдохновляет и придает силы не только мне, всем нам, белорусам. Примите мои слова как искреннее признание в любви к вам. И давайте сегодня вместе вслушаемся в звуки Купалья, в звуки малой родины, в голос нашей независимой страны, нашей Беларуси. Позвольте пожелать вам, а также многочисленным гостям Шкловщины, отличного настроения и незабываемых впечатлений, я надеюсь, от этого прекрасного вечера. С праздником вас! Кульминацией стало великое эстрадно-цирковое шоу. Головная героиня показала глядачу свой купальский сон. У пошуках кахания и папороть кветки ей допомагали цирковые коллективы Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. У купальским подорожжа сутракались и зорки эстрады. Чаровная казка подаровала добрые переживания и, конечно, счастливый финал. Купальские гуляни у Александрии перетворились сапраўды у великое масштабное свято. Тысячи гостей еще долго не разыходились. Одним словом, Александрия собрала у черговый раз своих сапраўдных сябров. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, «Новини региона». У первый день свята Купали у Александрии наведало 100 тысяч человек. На великий фестиваль у Шкловском районе проехали артисты, музыканты, майстры и гости из Прибалтики, Германии, Польши, России, Украины и Беларуси. На березе Днепра с ранку до вечера ладилась культурная забавляльная программа. Атмосфера гостинности и сябровства у нашем репортаже. Спевы на 8 мовах летять над могутным Днепром. Сёлета творчий проект поширил свою географию. На святе не только белорусские артисты. После латвийских мотивов со сцены гучать польские песни. Гурт «Ержебины» типа нашему «Рабины» у захопления от творчей атмосферы. Мы уже первый раз на ночь купали в Александрове. На Беларуси мы уже 4-й раз. Любим вашу музыку, гостинность.
Купальскому вянку особливая увага на святе. Можно казать пропуск у каску. Их тут пляли на каждом кроку и на любой густ. А самое незвычайное удельничали у конкурсе на лепший купальский вянок. Необычный соломенный венок. Хотелось бы от всей души такой сделать, удивить как бы всю республику, на что мы способны, что мы можем сегодня сделать. Концертные пляцовки и гандлёвые рады працевали амаль до ночи. Мы очень рады, что у вас здесь так хорошо, уютно, тепло и очень здорово. Это здорово, что здесь есть представители и Украины, и России, и Беларуси, и других стран. Это все объединяет и очень-очень красивый праздник. Видовищное шоу от Могилевского до СААФ додало гостям настрою и святочной атмосферы. Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, новини региона. Аджарая зацікаўлена ў пастаўках прадукцыі з Магілёўскай вобласці. Аб гэтым ішла гаворка падчас сустрэчы кіраўніцтва нашага рэгіёна з дэлегацыяй Грузінскай аўтаномнай рэспублікі. Бакі нацэлены павялічыць тавараабарот і ўзгаднілі план супрацоўніцтва на бліжэйшыя гады. Тэму працягне Ілля Соболеў. Свае намеры актыўна развіваць двухбаковыя адносіны Магілёўская вобласць і аўтаномная рэспубліка Аджарая замацавалі летась у верасні. Тады на пасяджэнні міжурадавай камісіі Беларусь-Грузія кіраўнікі рэгіёнаў падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве. Аб'ём узаемнага гандлю паміж нашым рэгіёнам і Грузіяй расце. У 2016-м наш экспарт склаў каля 3,5 мільёнаў долараў. У асноўным мы пастаўляем шыны і малочна-мясныя прадукты, да нас ідуць віно і арэхі. Бакі ўпэўнены патэнцыял адносін значна вышэй. Старшыня Магілёўскага аблвыканкама Уладзімір Даманеўскі і старшыня ўрада Аджары Зураб Патарадзе зацвердзілі план сумесных мерапрыемстваў да 2020 года. Понімая і прыродныя, і эканамічныя возможнасці этой страны, то, што можа пастаўляцца ў нашу страну, і то, што мы можам пастаўляць в Грузию и в Аджарию, безусловно, мы видим, что мы здесь недорабатываем. Возможности поставок экспортных и обмен в части туризма, отдыха, оно сегодня не имеет никаких преград в части логистики и транспортного сообщения. Делегация аўтаномнай рэспублікі наведала самыя буйныя прадпрыемствы нашага рэгіёна. Ліфтмаш, Бабушкіна крынка, Шклоўскі завод газетнай паперы. Пастаўкі новай прадукцыі, супрацоўніцтва ў сельскай гаспадарцы, бізнес-кантакты. Гэтыя тэмы кіраўніцтва Магілёўскай вобласці і Аджарскай рэспублікі дэталёва абмяркуюць падчас наступнай сустрэчы. З візітам у адказ делегацыя Магілёўшчыны наведае Грузію ў верасні. Ілля Соболеў, Віталь Вопсіў, навіны рэгіёна. У Магілёве з'явіцца больш паркаў і сквераў. Гэта прадугледжана генеральным планам развіцця абласнога цэнтру. Пэўныя змены чакаюць і адно з самых папулярных месцаў адпачынку жыхароў – Пячырску. Ён будзе падзелены на дзве часткі. Адна з яго частак застанецца лесапаркам, другая стане гарадскім паркам з веладарожкамі, вулічнымі спартыўнымі збудаваннямі, аб'ектамі грамадскага харчавання. У адпаведнасці з генпланам тэрыторыя Пячырскага лесапарку не павінна зменшыцца. Генеральный план, он как раз очень четко выстраивает зеленые зоны вот всех благоустроенных территорий, это парки, скверы, лесопарки города, да, куда уже застройка ни ногой не войдет. В Пещерском парке сохраняется и лесопарковая часть, туда ближе к северу, это минимальное количество дорожек, максимальное сохранение существующих насаждений, а вот ближе к Минскому шоссе, вот сюда к застройке, это будет парковая зона, где, конечно, больше будет внимания уделено именно дорожкам для прогулок граждан, для использования их для велодвижения. Ну и парк должен насыщаться объектами отдыха и развлечения. Два золотые медали завоевала магілёўчанка Кацярына Эціна на чемпіянаце Европы па сучасным пяціборі сярод кадэтаў. Спаборніцтвы праходзілі ў балгарскім горадзе Пазарджык. Па выніках спаборніцтваў дзяўчына абышла суперніц з Расіі і Венгрыі. У змешанай эстафеце яна разам з Аляксеем Хурсам з Мінску таксама завоевала золата. І напрыканцы навіна для настрою. Сапраўднае лета ўсё ж наступіць у другой дэкадзе ліпеня. Папярэдні прагноз сіноптыкаў абнадзейвае. 11 ліпеня па вобласці чакаецца да плюс 29 градусаў. Праўда, не без ападкаў і моцнага ветру. На большай частцы тэрыторыі прагназуюцца дажджы, навальніцы, магчымы град. У Магілёве тэмпературы складуць 24-26 градусаў. Акрамя ападкаў прагназуецца ўзмацнення ветру да 15-20 метраў за секунду. 12 ліпеня па вобласці да плюс 25 градусаў.
моцныя дажджы ўначы. У чацвер плюс 27, у пятніцу 25, а вось на выхадных дзённыя тэмпературы складуць ад 18 да 23 вышэй за нуль. Усе навіны і падзеі вобласці на нашым сайце tvrmogilyov.by. Я з вамі развітваюся. Да сустрэчы!